только вышел из подъезда. Без дела просто погулять. Шнурки завязывать не буду, а то развяжутся опять на голове моей панамка. Как и нули, так и лежит. Она одета наизнанку, а изнутри звезда горит. Я парень, в общем-то, не броский, но привлечь внимание могу. Не повтори мою прической, ее назвать я не смогу, но тут какое-то свечение. От солнца красного рассвет. Передо мной явилась Катька, другой такой на свете нет. Как птичка залетела в небеса, в моих ой, и улыбка, и такие глаза, в моих прожилках давно бегала кровь. Ах, это Катька моя Лю, вдруг Петька из другого дома. Он хулиган и просто бес, ворует дома папиросы. И знаю, что такую всех заздевлюсь, то не нарочно, что это все само собой. Как будто это понарошку, топлю своей рукой, а Катька этого не знала и растянулась на земле. И горько-горько зарыдала, а защемила душу мне. Такое слово из виды? Да. Я знаю точно, это месть. Но мне всего только 4, а Петьке целых уже 6. Как птичка я взлетел в небеса, и нет улыбки, и слеза на глазах. В моих прожилках давно бегала кровь. Он оскорбил мою Лю. Скажу вам точно, что не псих я и не какой-нибудь больной. Но это страшно рассердило. Я пить куплю под такой, я пить сильно заждался, хотя он был и не плаксив. А я еще поиздевался, его за палец укусив, а Петька выше меня ростом и ест, наверное, колбасу. Он вырвался из меня хватки, меня ударив по носу, но тут вмешался чей-то папа. Я с Петькой сильно обруга. Тут подошла тихонько Катька, меня в щеку поцеловав. Как птичка я взлетел в небеса, и такие глаза, в моих прожилках.